Бизнес FM Ростов. Свидетельство Л номер 3601-0103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM. Первое деловое радио. Главные темы. В эфире новости на Бизнес FM, в студии Инна Билан. Здравствуйте. Коротко о главном. Донские туристы и бизнесмены не боятся вируса Зика. Хостелы Ростова хотят объединиться. На Дону грядут сокращения. Об этом и другом далее подробно. Бизнес FM. Новости. На Дону грядут сокращения. В этом году уволить планируется порядка 4000 человек. И коснется этот процесс более 300 организаций. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была почти на 1000 человек меньше. Основные сокращения пройдут уже в мае этого года. О самых крупных увольнениях заявил Южный федеральный университет. Речь идет почти о 800 работниках. Однако, по словам директора Центра занятости Ростовской области Сергея Григоряна, особой напряженности не возникнет. Если детально посмотреть, из них 271 человек – это пенсионеры. Значит, из них 31 человек – это работники структурного подразделения в городе Кизляре. То есть это вообще другой регион. Из них порядка 100 человек трудится в Таганроге. Именно ростовчан – 451 человек. Что касается преподавателей, их заявлено не было. В основном заявлены такие специальности, как уборщики, слесари, водители, дворники, контролеры. Это, кстати, те позиции, которые очень востребованы сейчас на рынке труда. По итогам переговоров представителей службы занятости с правкомом и работодателем выяснилось, что трудоустроить планируется порядка 150 человек в ВУЗе. Что касается общей ситуации сокращений в регионе, по словам Сергея Григоряна, опыт работы показывает, что на практике без работы остается лишь около половины от заявленного количества. Согласно закону, при любых изменениях работодатель обязан заранее подать информацию в центр занятости. Тогда людям окажут помощь. Почти на 1500 рублей вырос минимальный размер зарплаты дончан. Теперь она составляет примерно 11 600 рублей, пишет Don24.ru. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Этот уровень рекомендует донское правительство и профсоюзы. Государство, в свою очередь, тоже увеличило минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 6 200 рублей в месяц. Это почти на 240 рублей больше, чем раньше. Что касается прожиточного минимума на душу населения в донском регионе, то для трудоспособного населения он составляет примерно 9 700 рублей. Для детей 9 400 рублей. Для пенсионеров 7 400 рублей. Теперь минимальная зарплата в частных компаниях должна увеличиться на коэффициент 1,2 к величине прожиточного минимума. Летом ростовчане снова смогут отдыхать в Египте. Такое мнение высказал гендиректор ростовской туристической компании «Розовый слон» Александр Мкртычан. Он считает, что альтернативы Египту не существует. Для россиян это самый доступный отдых в зимний сезон. То, что мы сейчас предлагаем людям, более-менее оптимальное заменение Египту, но не полное. Это Вьетнам, это Гоа, это Таиланд, это Мальдивы, это Шри-Ланка. Да, везде, где сейчас теплое море. Поэтому Египет будет вскоре открыт, а Турция вряд ли. Я думаю, что максимум до начала лета Египет будет открыт для россиян. Так что просто дождаться надо. Александр Мкртычан добавил, что спрос на отдых в теплых странах зимой уменьшился в разы. Причина этому – разница в ценах на путевки. Например, средний тур в Таиланд стоит в 2,5 раза больше, чем такой же тур в Египет. Поэтому осталось подождать, когда египетские власти решат вопрос с авиационной безопасностью и курорты этой страны откроются для россиян. Напомню, в начале ноября прошлого года российские власти приняли решение о приостановке авиасообщения с Египтом до выяснения причин крушения российского самолета А-320. Аэробус «Когалым-Авиа» летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и разбился на Синайском полуострове. Жертвами трагедии стали 224 человека. После различных экспертиз взрыв на борту самолета был признан терактом. И в продолжении темы. Донские туристы и бизнесмены не боятся вируса Зика. Поток отдыхающих в Доминиканской Республике и странах Америки и Карибского бассейна не уменьшается. Напомню, Роспотребнадзор России сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай завоза лихорадки Зика. Заболевшая находилась на отдыхе в Доминиканской Республике. Гендиректор ростовской туристической компании «Розовый слон» Александр Мкртычан считает, что миллионы людей, которые едут в Бразилию, Африку и другие южные страны, серьезно к этому вирусу не относятся. Если будет хотя бы там больше десятка
случаев, да, таких заболеваний, тогда будет отношение более-менее серьезное. Насколько я понимаю, вирус Зика опасен в основном для беременных, то поэтому отношение достаточно несерьезное к вирусу. Наверное, самый простой совет, который можно дать, это бытовой совет, просто запасайтесь репеллентами. Александр Мкртычан уверен, что серьезной угрозы для россиян вирус не несет. Также считает и в Роспотребнадзоре. В климатических условиях нашей страны риска распространения лихорадки Зика нет. Причем с начала этого года идет еженедельный мониторинг лиц, прибывших из стран, неблагополучных по лихорадкам. На наличие признаков инфекционных заболеваний уже досмотрено более 50 тысяч лиц. Хостелы Ростова хотят объединиться. Ряд владельцев уже работает над созданием союза хостелов. Эти организации позволят выявить нарушителей, которые оказывают незаконные и некачественные услуги. Также она проконтролирует исполнение рекомендаций властей города. Как сообщает пресс-служба администрации Ростова, союз готов работать с другими предприятиями туристской отрасли, экскурсионными бюро и музеями. Руководитель Донхостела Сергей Черкашин уверен, что создание союза положительно скажется на развитии не только в сфере хостелов, но и для всего туризма области. Конечно, плюс будет. Если будет союз, то мнение будет услышано, все-таки какие-то права можно будет там, не знаю, там отстаивать, лоббировать какие-то интересы свои. Вместе всегда какую-то определенную силу будет составлять. Когда будет единое мнение, как-то собираться нужно, встречаться, мне кажется, это вообще хорошая идея. А когда каждый по себе будет, ну, трудно будет услышано. Сергей Черкашин считает, что сейчас нужно всем вместе работать над туристической привлекательностью Донского региона. Это расширит туристическую базу не только хостелов, но и других гостиниц, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Напомню, активное развитие ростовских хостелов началось 2 года назад. Сегодня в городе действует около 20 подобных гостиниц. Хостелы – это недорогое размещение туристов. Это могут быть даже номера без особых удобств. Неохваченной мобильной связью остается лишь 10-я часть Ростовской области. Министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин подвел итоги. В прошлом году построили более 1000 базовых сотовых станций. Но важнейшим направлением прокладки оптоволоконных линий связи к чемпионату мира по футболу остается левобережная зона Ростова. Об этом корреспонденту телеканала «Дон-24» рассказал министр связи Герман Лопаткин. Мы сумели в прошлом году выполнить самую сложную и трудную работу, пройти Аксайский и Ворошиловский мосты. Сегодня совместно с Министерством транспорта, муниципальными образованиями проходит выбор трассы подвода этой оптики непосредственно уже на зону стадиона. Основная линия к Ростово-арене – Ворошиловская, резервная – Аксайская. Работы на всех объектах к Мундиалю идут с опережением графика. Уже подключили новые крупные гостиницы. В целом по региону Wi-Fi появился в 44 малых поселках. До конца 2018 года интернет получит еще около 400 сельских поселений. Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv. Телефон редакции 200-0849. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка на завтра составит 77 рублей 78 копеек за доллар и 87 рублей 19 копеек за евро. И о погоде. Завтра в Ростове пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха до 7 градусов тепла. Ветер северный до 4 метров в секунду. Информация предоставлена интернет-сервисом Яндекс.Погода. Бизнес FM. Мониторинг. Деловая пресса. В эфире Бизнес FM. Обзор деловой прессы. В студии Анастасия Челокьян. Здравствуйте. Дождался регулятора. Ростовский Капиталбанк лишился лицензии. Центробанк пояснил, что тот проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. Между тем, неделю назад ростовский арбитраж зарегистрировал заявление Капиталбанка о собственной несостоятельности. Как пишет Коммерсант Ростов, иск поможет руководству и собственникам избежать ответственности за несвоевременное банкротство в случае возникновения таких претензий. Железобетонная заявка. В Гуково, ставшем единственной на юге территории опережающего развития, запущен завод железобетонных плит. Как пишет город Н, его инвестор подает документы на получение статуса резидента и, используя льготы, намерен удвоить мощности предприятия. В этом же номере более 2,5 миллионов билетов на поезда, следующие со станции Северо-Кавказской железной дороги, куплены через интернет. По данным РЖД, это на 20% больше, чем в 2014 году. Количество оформленных билетов, заказанных через интернет, почти 46% от общего количества проездных документов, проданных в 2015 году. Это был обзор прессы на Business FM. Британские ученые доказали. Дамская сумочка – источник множества болезнетворных бактерий. Специалисты исследовали добрую сотню предметов, которые постоянно носит с собой женщина, и не нашли ничего, что было бы грязнее сумочки. Впрочем, по числу обнаруженных бактерий от них не сильно отстают кошельки, телефоны, тюбики с кремом.
И вот вывод. Каждая пятая сумочка подвергает риску здоровья своей обладательницы. Ученые советуют: разбирайте содержимое сумки как можно чаще, обрабатывайте ее дезинфицирующими средствами. А все лишнее немедленно отправляйте в помойку. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Первое деловое радио. 106.6. Каждые 15 минут. Новости. Главные экономические темы и информация с торговых площадок. Каждые полчаса. Обзоры деловой прессы, а также новости компаний и корпораций. Каждый час. Все, что может понадобиться для вашего бизнеса и отдыха. Бизнес FM Ростов. Держитесь курса.